Вот, дорогие земляки, я стою за вокзалом. Справа от меня это улица Гоголя. Здесь долгое время, лет 15, наверное, здесь вот был этот, развалины были одного магазина. Разбитый был, я вот в прошлом году снимал, по-моему, так же и зимой еще этого, по-моему, не было. Бен-Нур теперь называется. Раньше он был Мадина, стеклянный такой магазинчик. Ну, теперь, наконец-то, его восстановили, теперь здесь автозапчасти. Вот. А справа здесь бывшее общежитие было. Вот. А сейчас тут поликлиника, 8-я поликлиника. 8-я поликлиника. Здесь дорожная, можно сказать. Там вон перекресток. Ворошилова, Байзак-Батыра. Проспект Скобратова. Раньше была это Трудовая. Вот такая вот. Я тут съемки делал. Как раз вот асфальт тут тогда проводил. Сейчас уже все. Тут тоже хорошая дорога сейчас асфальтированная. Ну вот такая вот ситуация. Кто тут жил, наверное, кто-то помнит. Там он элеватор дальше. Вот этот район.